Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопи Джано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванчакалпатарувасчакепасиндубхавача Патитанам Павунебхя Вайшнавебхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангунглам Хайтагирам Яткипаттамахам Банде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кесавасача Снабхакти паде деви сатто баттои намо намаха Нараяна намаскритта нарам чайва нартамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Санкитане Кришна катхо упадеше Гаурия патрасья пракасане ча Чадануракта гуру бхакти юкто Бхакти Прамадакша Джагод Барунь Дейям Сада Парибхабхагнам Авиштадухам Титас Падам Сива Виринчинутам Сараньям Витатихам Банутапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаранаравиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Беспорядито, кем-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 
Сарадикамай када кипам каруши. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда. Си Аддайта Гададхар Сивасадихи Гаура Бхактавинда. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда. Си Аддайта Гададхар Сивасадихи Гаура Бхактавинда. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanulambita bhujau kanaka badatho, sankirtanai kapitaro kamala yatakshu. Вишамбару дижавару жугадхарма палау банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Таба Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Муктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара вибуши табам бхагам Нараяно прияманга мада пхарам Баранаси пурапати бхажави шанатам Баги саджуша бадане Лакшмир жасача бхакшаши Ясьясте хидай самбит Там нишинга махам бхаджи. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нидрая хьяте нактам. Бхабхайена ча вабхайо
Дивача артхая раджан кутумба бхароне нава. Гаурия Госхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Джагадгуру told. Гаурия Госхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что мы будем жить в этом материальном мире всего лишь несколько дней. Гаурия Госхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Джагадгуру сказал. Помните, мы будем жить в этом материальном мире всего лишь несколько дней, очень недолго. Этот материальный мир — это не место, где мы можем жить долго, наслаждаться. Долгое время здесь, все временно. Все, что мы видим и пытаемся как-то обезопасить нашу жизнь, все это временно. Мы сохраняем деньги в каких-то страховых компаниях, но все это временно. И Шрила Прабхупад говорит, что мы должны помнить и не забывать, что все здесь временно, нет ничего вечного. И вот, оставив это тело, Шрила Прабхупад говорит, как можно, куда мы пойдем? После того, как мы оставим тело, куда мы пойдем? Это все, это жизнь, наслаждение в этой жизни. Это все, если что-то еще. Но мы слышали, что атма, душа, она вечна. И вот оставив это тело, куда мы пойдем? Джагадгуру Шрила Прабхупад просит нас. Пытайтесь думать снова и снова об этом. Джагадгуру Шрила Прабхупад просит нас, пытайтесь думать снова и снова об этом. Куда мы пойдем после оставления этого тела, этого временного тела? Что случится с нами дальше? Что будет с нашими родственниками? Мы заняты с нашей семьей, друзьями, обществом. Шримад Бхагавата Махапурана говорит, наша ночь забирается майей, мы спим. Ночь, она, майя забирает из ее. Время в ночное мая забирает, проходит зря во сне. Или люди наслаждаются друг другом, тоже теряют время, можно сказать. Одна материя наслаждается другой материей. Помните, четана. Чидатма, там есть душа. И тогда вопрос радости и страданий возникает. Хотя наслаждение и страдания, они душу не могут затронуть, пытайтесь понять. Хотя мы знаем очень хорошо, что чувство радости и страданий, оно не может случиться, если нет чидатмы души внутри нашего тела. Мы это знаем, несомненно. Но все же мы также знаем, что радости и страдания, они не вечны, они временны. Они не могут задеть вечную душу, пребывающую в теле. Это подобно какому-то необычному явлению. Почему мы чувствуем боль, когда душа пребывает в теле? Все эти вещи, они временные, они не могут задеть наше сердце, но все же мы заняты этими временными вещами.
Гите Бхагаван говорит. И вот это, это радости и страдания, они не вечно, они приходят и уходят. Это просто такое влияние майи, которое заставляет нас думать, что мы страдаем или наслаждаемся. Майя, она дает нам почувствовать, что мы больны, например, или слишком здоровы. Но душа, она не чувствует ничего подобного и не пребывает в таких состояниях. И вот радости и страдания, Бхагаван Шри Кришна говорит в Гите, все это не вечно, не стабильно. Они приходят и уходят. И это влияние майи, пракрити, которое дает нам почувствовать, что мы наслаждаемся или страдаем, но когда мы утвердимся на пути Харибаджана, и тогда, и только тогда, когда мы утвердимся на пути Харибаджана, то тогда мы можем обнаружить, что это так. Не перед этим. Вы слушаете какую-то философию. Если вы осознаете, что вы слушаете Харикатху, не какую-то философию, если вы почувствуете, я думаю, вы в один день почувствуете, что вы слушаете Харикатху, а не какие-то разговоры, и тогда ваша жизнь, она изменится, может измениться. Мы должны иметь веру, что, смотрите, даже Лакхакира, которая работала проституткой, она полностью изменила свою жизнь благодаря общению с Харидас Такуром. А мы вроде как джентльмены и джентльмены, и не можем изменить свою жизнь, если такая скверная женщина, падшая, она и то смогла полностью изменить свою жизнь. Она стала великой, преданы, и тысячи людей приходили, чтобы получить даршан. Они кланялись ее лотосным стопам, а у нас нет веры в Гуру Вайшнава. И поэтому мы не можем осознать этого. И эта Бхагавад-шлока, она объясняет нечто уникальное. Но как здесь говорится, что ночью люди тратит время зря, просто спя без какого-то дела. Я рассказывал один случай. Однажды мой Гурупад Падма, Пуджапад, Бхактидайта Мадхвагасай Махарадж и какие-то преданные, они очень беспокоились о том, как закончить повторять Лакхаринама каждый день. И старшие братья боги их тоже просили, вот они подошли к Мадхва Госвами Махараджу, он в то время был брахмачари, и спросили, чтобы он спросил Шрилу Прабхупаду, когда Лакхаринама ему успевать повторять, поскольку день и ночь они с различным служением занимаются, и поэтому, пожалуйста, попросите, чтобы хотя бы половину лакха могли повторять, поскольку лакха не успеваем. И вот они. И вот однажды Шрила Прабхупад повторял Харинам, ходил по балкону и повторял Харинам, и Прабхуджапад Мадхва Госвами Махарадж Гриб Брахмачари, он намахивал его апахалом. Сейчас электричество есть, электрические вентиляторы и прочие вещи. В то время не было таких удобств. Но сейчас у нас вроде удобств есть, но часто получается, что мы ничего не получаем все равно. И такова наша жизнь, к сожалению. И вот Шрила Прабхупад повторил Харинам Хари Брахмачари, он намахивал его пахалом и спросил этот вопрос от преданных, что your speech has
Шрила Прабхупад был такой великой личностью, что все, кто приходили к нему, они не могли задать вопрос, уже не осмеливались. Вот однажды один вор перелез через забор храма, украл какие-то бананы зеленые, еще что-то, какие-то овощи перекинул на дорогу через забор и собрался перелезать. И тут Шрила Прабхупад вышел из библиотеки. И вот он услышал, что кто-то идет, и этот вор посмотрел на Шрилу Прабхупаду. Шрила Прабхупад не кричал на него, ничего, просто посмотрел. Этот вор, он не смог дальше двигаться. И вот он остановился и не знал, что делать. И это такая личность Шрилы Прабхупады. Это не шутки. Каждый не может стать Шрилой Прабхупадой, как сахаджи делают. И таким образом мы знаем, Шрила Прабхупад, он Шрила Прабхупад великий. И что я хочу сказать? Главное, то, что никто не может, не мог даже заговориться просто так с Шрилой Прабхупадой. Шрила Гуру Махарадж говорил, если нам нужно было передать что-то кому-то Шриле Прабхупаде, то мы ждали. Мы ждали, когда Шрила Прабхупад будет освободиться, будет какое-то подходящее время. Например, Шрила Прабхупад спрашивал Прамананду Брамачарью, вы закончили редактировать ту или иную статью? И потом только, то есть когда они спрашивали, тогда, когда Шрила Прабхупад первый с ними начинал говорить, иначе все 24 часа в сутки его баджан, он был вечен. Его баджан, он вечен. Его ачарьятва, она вечна. Не какой-то, не так, как другие делают, что 10 часов они роль ачарьи выполняют, а в свободное от работы время занимаются чем попало. И поэтому его ачарон, он был вечен. Никто не может имитировать Шрилу Прабхупаду. Когда Прабхупад Мадхава Госвами Махарадж Хагрив Брамачари спросил у Прабхупады, у нас есть просьба. Какая просьба? Мы заняты служением, и мы очень удачливы, но, к сожалению, время повторять харинам нету. Что же делать? Вы попросили нас повторять лак харинама, но мы не успеваем. И Шрила Прабхупад ответил, а ночью вы что делаете? Спите. И вот нужно уменьшить сон и больше харинама повторять. Почему я организовал харинам, харикатху в такое время? Потому что в 7 утра, потому что большинство людей не могут прийти. То есть Махарадж не делает так, чтобы удобно было всем, а делает так, как наилучшим образом, чтобы так в благостное время, там, в 6-7 утра начинать. Если кто-то встает только в 8, то не успевают прийти. Гаудия Матха – это не то место, где он собирает какой-то мусор. Помните, что такое Гаудия Матха? И вот Гаудия Матха – это Вриндаван. Помните, Гаудия Матха, он не отличен от Вриндавана, он больше, чем Вриндаван. И вот, когда Хагрив Брамачари, мой гуру Падма, спросил, когда он можем успеть повторить Лакхаринама, Лакхаринама вы должны повторять, это указание Шримана Махапрабху, неважно, это Картик или Пурушоттам, то и в эти месяцы мы тоже не должны повторять меньше.
неважно, чем мы занимаемся, но Лакхаринама должны успевать повторять. И это наставление Гуранги Махапрабху. И сейчас я возвращаюсь. Вы не можете помнить. Бхактина Такур пишет в киртанах, но мы не помним. И вот Бхактина Такур пишет. О, Такур, я родился и после этого занимался какими-то играми в детском возрасте, после этого выросли, начали, ну, и так вот, в общем, ребенок вырос, начал учиться, как что, читать и писать. И, то есть пример обычной человеческой жизни приводится, и вот такой человек вырос, потом играет с друзьями, тем самым теряет время зря. Прохлад Махарадж, он не был занят какими-то бестолковыми играми, в Бхагаватам это описано. В Гурукуле, когда нет учителей, то Прохлад Махарадж, он говорил Харикатху со своим сверстником, и там это описывается. И также о Нараде, о его прежней жизни, о Садан Сидха Нараде. Я не о Нитя Сидхи Нараде говорю, а о Садан Сидхи его в предыдущем воплощении. И вот в Бхагаватам говорится, что маленький мальчик Нараджа, и вот те саду, они были очень довольны им, поскольку он не был беспокойным. Он обычно так, дети в таком возрасте играют с другими детьми, но этот Нарада не был таким. Он был очень умиротворен. Его органы чувств были под его контролем. Его органы чувств были под контролем, он не был заинтересован в каких-то бестолковых играх, использовал все время с пользой. И вот в малом возрасте я в школе такой стих проходили на английском. Такое. И сейчас я смотрю, что под именем Баджана происходит всякая ерунда, я не хочу жить в виде этого. И вот смотрите, те саду, они смотрят на великолепный характер этого мальчика, и там это описывается. Когда все саду, они уходят, оставив это место, они благословили. Благословили меня, Нарада Махарадж говорит. Когда они уходили с того места, они благословили меня. И вот Нарада обрел благословение саду. Не шутите саду, иначе вы будете обречены на смерть. Нужно быть предельно осторожными. И вот, смотрите, Шрила Прабхупад, он был очень такой могущественной личностью. И та шлока, с которой начал, я объясню. И потом я перейду.
к тому, чтобы прикоснуться к лотосным стопам Судама Випра. Не перед этим. Сначала я расскажу о Гурварге, а потом о Шри Прабхупаде Бхактинанда Такуре, о нашей Гауде Гурварге, и постепенно мы придем к Судама Випре. Пожалуйста, благословите меня, чтобы мы смогли осознать трансцендентные качества поведения вайшнавов, чтобы понять, что такое непривязанность, служение и все остальные вещи. И вот Шрила Бхактивинода Такур говорит, будучи в детском возрасте, я занимался всякой ерундой, какими-то бестолковыми играми, и после этого я обнаружил, что я уже нахожусь в таком юношеском возрасте. Родители заставляют учиться, чтобы я хоть смог сдать экзамены хотя бы. И вот я изучал, читал книги, изучал всякие науки. И вот и так за учебой часть жизни прошла, потом стал вопрос работы и зарабатывания каких-то денег. И вот остаток жизни проходит зарабатывание денег, уже вроде можно видеть, люди уже 50 лет как женаты, уже на пороге смерти, уже или там 60-70. И вдруг они, причем и так, они внезапно обнаруживают, что им уже 60 лет. И вот Бхактивинода Такур пишет об этом, чтобы дать нам прямое осознание. И после этого Бхактивинода Такур пишет, что моя жизнь прошла. И когда я это обнаружил, я уже осознал, что мне уже там за 60, за 70, за 80, и что же, когда же я буду совершать баджан. Бадаки Акун, Панчуранги Хоту, Кимане Баджи Бабола. Как некоторые люди думают, что будут совершать баджан там после 70, после 80, но тут обнаруживают, что уже в таком возрасте мы уже не до баджана, поэтому в Бхагаватам говорится, что нужно начать харибаджан с ранних лет. Это не шутки, все, что вы делаете всю жизнь, то во время смерти будете думать об этом, если вы всегда заняты Кришной, то Кришна придет и во время вашей смерти, если вы заняты какими-то материальными вещами, то откуда же Кришна придет? И вот можно видеть, большинство людей заняты своим умом и телом. И когда же они будут совершать баджан? И вот Бхактивинода Такур, он сожалеет. И говорит, что я обнаружил уже себя в таком пожилом возрасте. Что же делать, когда я начну баджан? И вот я начал с этой шлоки, чтобы дать вам, напомнить вам, чтобы вы не тратили свое время зря. И я хочу умереть. Горкишодас Бабаджи Махарадж. Он однажды какая-то девушка пришла и говорит ему, что: «О, Бабаджи Махарадж, змея, смотрите, змея там, где змея? Какая, где? Вот, чуть не наступили». Вот вы только что спаслись от змеи, но Горкишодас Бабаджи Махарадж говорит, что я хочу прикоснуться к змее и умереть, поскольку я всю жизнь не совершал баджан. Просто
просто живу без какой-то, без какого-то толку. И вот он сравнивает себя, что его жизнь подобна этим кузнечным мехам, которые только вдыхают и выдыхают, и ничего не делают. И вот Гаукишвара с Бабаджи Махарадж спросил, где же эта змея, куда она ушла, и пускай змея укусит меня. Что я буду делать? Я не смог совершать харибаджан. И это учение дано Шрила Гаукишвара с Бабаджи Махараджами среди всех парамахамс. Наставление Шрила Прабхупады, мы видим, что он парамахамса Ачарья Варья. Для Парамахамсы мы, Парамахамса значит то, что он совершает баджан и ничего другие не проповедует. А Гаукишвар дас Бабаджи Махарадж, он еще и проповедовал, поэтому он лучший из Парамахамс. И Бхактивинода Тхакур, он также лучший из Парамахамс. А он Ачарья Варья. И вот пытайтесь помнить и не забывать. День и ночь мы должны думать, что наша жизнь, куда она уходит, и что мы не успели совершить баджан. Мы должны вспомнить пример Парикшит Махараджа. Он был необычайно удачлив. Смерть, она сообщила ему, что ему осталось жить всего 7 дней. Царь Катванга, он тоже узнал, что ему осталось жить 22 раза по 24 минуты, 2 мухурты. И что действительно, что тогда делать? Он начал совершать баджан, помнить Господа. Царь Катванга. Может, вы слышали его имя, царь Катванга, он узнал от полубогов. Полубоги не хотели благословить его, что ты хочешь, мы можем даровать тебе все, мы очень довольны тобой, можем даровать все, что ты пожелаешь. Но царь Катванга был очень разумен. Он сначала спросил, можете ли вы проверить, сколько мне осталось жить. Конечно, можем. И вот перед тем, как принимать какие-то благословения от полубогов, он спросил, сколько ему осталось жить. И полубоги, они могут видеть прошлое, настоящее, будущее. Может, не полностью, но частично могут. Полностью только Кришна может все видеть. И те, кто Вайкунтха Паршада, они могут видеть все, если я буду... Ну, все же эти полубоги как-то могут видеть. И вот они проверили и сказали, что вот 48 минут осталось тебе жить. 2 мухурты, что действительно, да. Ну, тогда мне ничего не надо. Благословите меня, чтобы я мог обрести Кришну, Бхагавана. Больше ничего не надо, что я буду с этим делать. И царь Катванга, он сконцентрировал свой ум на лотосных стопах Мукунды Джанардана. О, я в такой проблеме. О, Господь, ты мое единственное прибежище. И сейчас у меня нет никакой альтернативы. И когда в вашей жизни вы достигнете такого, что вы не можете найти никакой альтернативы, никакого иного пути, тогда вы можете по-настоящему прийти ко мне, не перед этим, когда у вас не будет другого выбора, что нет никого, кто мог бы спасти вас, только тогда вы придете ко мне. Множество таких случаев случается. Я сидя в Ясасане, рассказываю об этом. Можно видеть, люди, которые есть деньги, они не могут ничего сделать. И вот недавно один преданный из Хайдарабада, ученик Шрилы
Бхакти Валабхи Тирти Госвами Махараджи. И вот он попросил меня, что один какой-то мальчик умирает, если помолитесь о нем, может, ему легче станет. И вот. И вот они наняли 18 брахманов, заплатили 75 тысяч, чтобы они повторили за в его честь Мритинджая мантру, чтобы он выжил. Ну и Махараджа попросили тоже, чтобы пошел, помолился за него. Махарадж помолился на Симхадеву, и вроде легче стало. И вот одно из мест в Джаландаре. Какая-то семья, они уважают Бабаджи Махараджа, и вот их дочина, что-то у них рак мозга была, они в Америку ездили, в Германию, в Россию, и вы... В общем, сделали объявление, что если кто-то поможет вылечить их дочь от рака мозга, то заплатят любые деньги. И меня попросили тоже. Амит, это тоже ученик Шрилы Бхакти Валабхи Тирти Госвами Махараджа. И вот они. И вот они попросили Бабаджи Махараджа говорить Харикатху там, поскольку Бхактивиген Бхарати Махарадж мог просто прийти благословить их и уехать. А Харикатху некому было говорить, вот, пригласили Шьямдас Бабаджи Махараджа. Жили они в каком-то дворце, но Махарадж не хотел туда идти. Ну, только разве что, чтобы Харикатху рассказать и вернуться. И вот, что я хочу сказать. Деньги, они не могли спасти этого человека. Хотя они были необычайно богаты, но не смогли излечиться от такой болезни. И вот любые деньги, которые есть в вашем банке или еще где-то, они не могут помочь вам на духовном пути. Даже от каких-то материальных проблем избавиться тоже не помогут. Это не всегда возможно. И вот какой-то богатый человек с каких-то арабских стран. Могут тратить много денег на какие-то наслаждения. В газетах писали. Никто не думает, что они будут делать после смерти, куда они пойдут. По крайней мере, какие-то саду во Вриндаване
даже с других сампрадая. И иногда можно видеть, что их состояние лучше, чем наше. Если какие-то деньги приходят к ним, они организуют какие-то школы, больницы. Во Вридаване можно видеть, что саду даже с других сампрадай не накапливают деньги, а куда-то на какие-то благие дела используют. Они сохраняются на будущее. Те, кто слишком много думает о будущем, они не саду. Можно посмотреть в Матхуре, в Бутешваре, там в Враджамандал во Врадже там множество школ, колледжей открыто, чтобы враджавайсы учились там. Хотя здесь, например, в Майпуре вообще ничего нет. Одна есть на всей области, то не функционирует. Если у меня есть какая-то склонность к политике, к лицемерию, то я не смогу говорить харикатху. И вот я, по крайней мере, вот во Вридаване, во Врадже можно видеть там состояние получше. И вот есть Гай Прасад Махарадж, он с Нимбарка Сампрадай, он возвышенный сад, он не с нашей Сампрадай, но он домохозяин. Он очень так бедно жил, но когда говорит, ну, как, даже часто было, что денег на еду на завтра не было. Но все равно, когда он говорил харикатху, все деньги, которые собирались в качестве пожертвований, то после этого все это уходило на перерыв в честь Гирираджа и преданных. И вот они, в общем, все деньги, которые им приходили, они тратили на пиры и на служение Гирираджа. Некоторые думают, что их состояние хуже, чем у нас. Но это не так, наше состояние хуже. И вот эта шлока, с которой мы начали, мы должны понять ее снова и снова. Но день проходит, у обычных людей день проходит в погоне за деньгами. И вот так весь день проходит зарабатывание денег или или встречах с другими людьми по каким-то делам. Днем мы, по идее, должны совершать харибаджан, пока солнце светит. И вот ученые говорят, пока солнце на небесах, пищеварение, но днем, пока солнце светит, солнце пока в зените или около того, то пищеварение работает гораздо лучше, поскольку солнце — это наша жизнь. Солнце, Кришна в форме солнца, Вибхути, он наша жизнь. И вот день, и так день проходит в каких-то делах, погони за деньгами и еще чем-то. Нидрая,
ночью люди наслаждаются своими женами, и таким образом жизнь так день за днем проходит. Потом, когда дети подрастают, родители думают, что их нужно скопить денег на их свадьбу. И так день за днем проходит, и потом люди обнаруживают, что уже судный день приходит буквально, что им осталось жить очень короткое время. Пытайтесь думать о Судама Випре. О Судама Випре я уже сказал вам. Я говорил вот о Сутадеве Госвами сначала. И вот сначала я хочу перенести вас в то время, когда Бхагаватам говорился первый раз в Шуката Кшетре. Я прочитаю несколько шлок. Бирьяни ананта бирьяса сротуми чамай прабху кону срутья саткрит брахман уттама слоко садката бирамето вишешамью вишанняху каму маргане са бхага жая тасшо гунану гринте карауча таккарма кару манасшо смарит пашантам стиражан мабешу Сриноти таппунья катаха сакарнахам Сирасту тащу ваялинга манаме Тадева як пашати тадхи чакшу Ангани вишну ратху таджананам Падудакам жани бхаджан ти ниттам. So nice. Excellent nature. After that I like to take you. И вот после этого я хочу вас перенести во время второй сессии Бхагавата в Наймайшаране. И вот Сутадев Госвами говорит, что он говорит. И вот Сутадев говорит, после, и вот после того, как он вознес молитвы лотосным стопам Гурудева, он, Парикшит Махарадж, он открывает свое сердце, чувство своего сердца Гурудева. И он рассказывает вам о своем состоянии. Сейчас я хочу перенести вас во время второго слушания Бхагавата в Наймишаране. И Сутадев Госвами говорит перед Шанакади Риши. Вишнурат, рат значит защита, ракша, рат значит Вишнуратена, одно из имен Парикшит Махараджа, Вишнурат. Пытайтесь понять, сконцентрируйте свой ум. Другое имя Парикшит Махараджа — это Вишнурат. Почему? Поскольку он был, находился под защитой Вишну в чреве матери, когда Ашвадхама, он метнул Брахмастру, чтобы убить ребенка в чреве матери Уттары. И в то время Бхагаван Шри Кришна, он, Вишну, вошел в чрево его матери с палицей, защитил его. И этот ребенок, Парикшит Махарадж, он заметил, что кто-то защищает его
спалится и этим, как чакры. И вот маленький мальчик, будучи в чреве матери, он был защищен Вишну, и поэтому его имя Вишну Раттена Самбришта. Шукадев Госвами, он был спрошен. Вишнуратам Парикшитам и Бадрайани. Бадрайани значит сын Бадрайани Риши, имею в виду Сута. И вот Бадрайани Риши значит Вьясадев Госвами. Его сын Бадрайани, соответственно, как сын Кунти и Каунти. И вот есть Сутадев Госвами, он говорит: и вот пытайтесь помнить эти слова, не забывайте их. Васудеве. Это седьмой падеж, согласно санскритской грамматике. Васудева Бхагавати, это седьмое. Это окончание согласно санскритской грамматике. И вот когда бы не Парикшит Махарадж не задавал вопрос, он от всего сердца задавал вопрос своему Гурудеву Шукадеву Госвами. Шукадев Госвами он чувствовал, поскольку тот спрашивал о Кришне, это был необычный вопрос. Этот вопрос связан с Кришной. И поэтому Парикшит Махарадж спросил Шукадева Госвами, Шукадев Госвами погрузился в медитацию на лотосные стопы Кришны. Так или иначе, Шукадев Госвами, он всегда помнил Кришну, но когда ему кто-то напоминал о Кришне, он чувствовал большую радость. Он погружался в медитацию и мог видеть лотосные стопы Шри Кришны. Его сердце, оно таяло. И вот Шукадев Госвами говорит: и вот с таким чувством Кришна Лилы и всего остального он отвечал Парикшит Махараджу. Его сердце было полностью поглощено в Лилы, в размышления о Лилах Кришны. Абабрид значит, он сказал. И вот что он сказал. И Сутадев Госвами говорит. И вот после того, как
Парикшит Махарадж спросил его, Парикшит Махарадж погрузился в размышления о лотосных стопах Кришны и его лилах и ответил, и вот он отвечает. Shukdev Gosvami speaking. Krishna svashit kashaka kashchit brahmano brahma vidvam. What speaking? Shukdev Gosvami speaking. Krishna had one friend. И вот он говорит, у Кришны есть друг. И вот Кришна, вот то, что говорится в Бхагаватам, согласно этому я говорю, у Кришны был написано, был хороший друг. И вот у Кришны есть такой закадычный друг, он хороший браман, он преданный, и в то же самое время он браман, очень чистый браман. Здесь сакха значит друг. И вот давно у Кришны был один друг. Он был... Он был браман. Первый его титул. Кто такой браман? Кто такой браман? Тот, кто может знать браму, тот и есть браман. Брама джанати ити брама. Тот, кто познал брамана, брамачари. Браме вичаранам карати ити брамачари. Брамачари тот, кто думает о лотосных стопах Кришны, Бхагавана. Браме, вичаранти, ити брамачари. И вот брамавитам означает хорошее, лучшее и наилучшее. Брамавит, брамавитам. То есть хороший браман, очень хороший и наилучший. Хороший, лучший и наилучший. То есть он не был обычным браманом. Есть множество браманов, может быть, но среди них он был лучшим. И вот Шукадев Госвами говорит, мы заняты нашими органами чувств. Это значит, органы чувств наши. Наши глаза хотят видеть прекрасные какие-то картины, язык хочет есть что-то вкусное, уши слушать что-то, какую-то ересь, материальные звуки и прочее. Все наши органы чувств, они помещают в нас в какие-то проблемы, но мы не задумываемся об этом. Все наши органы чувств и ум, они помещают в нас в какие-то проблемы, но мы не знаем об этом. Мы слушаем Харикатху, но не каждый может обрести подлинное благо. Они не все задумываются о том, что жизнь проходит. А люди занимаются всякой ерундой. И таково состояние многих.
И вот искренность, она должна быть. И чем больше мы искренне, тем больше я осознаю, чем больше искренне у вас есть я, тем больше милости вы можете получить от Гуру и Вайшнавов. Кто-то, если что-то забыл, это не решение. Кто-то забыл совершать Гуру Севу, это не решение. А помните обо всем, это есть Харибаджан. Однажды я буду говорить только на эту тему, чтобы помнить, это есть Харибаджан, а забывать это не Харибаджан. Я могу объяснить это, и вы будете удивлены. Мало кто слышал об этом. Чем больше вы любите вашу жену или детей, или тем больше их помните, соответственно. Как мать, она помнит о своих детях всегда. Мать всегда заботится о своих детях. Никто не напоминает, что вот время кормить детей пришло там и то или все, поскольку у нее есть такая глубокая связь с своими детьми. Это научное явление. Мать, она всегда беспокоится о том, как служить своим детям наилучшим образом, поскольку у нее есть близкая связь, есть отношение, чувство родства с своими детьми. Эта мать, она не помнит, она не думает о детях других женщин. То есть это как бы не ее дети, ей дела до них нет, а помнит только своих. И это такое материнское чувство, мы должны развить подобное чувство к Господу. То, что все любят своих собственных детей, это естественно. А если мы можем любить весь мир или всех детей, то это уже качество подлинной матери. В смысле такой, международной матери. И не гневайтесь на меня. И вот любовь. Она возникает от таких близких отношений и от... То есть и то, что люди помнят о тех, кого они любят, это естественно и происходит одновременно. Любовь и память, она одновременно происходит. Люди думают и помнят тех, о кого они любят. Вот как на английском есть пословица «хлеб и масло – хорошая еда». Пословица такая есть. Махарадж писал книгу лет 15 о том, что назад, что наука и философия одни одновременно происходят. Махарадж написал какие-то тезисы, но куда-то тетрадь положил, не помнят. Поскольку наука и философия, они не могут быть отделены друг от друга. Наука, она развивается благодаря поддержке философии, а философия благодаря науке. Это естественно. И вот Брахма Виттамаха. Среди всех брахмавитов, среди всех лучших брахманов, может, вы в своей жизни встречали каких-то брахмавитов или даже одного не видели, поскольку встретиться даже с одним подлинным брахманом – это не так просто, если вы очень-очень удачливы. Если вы сравните вашу удачу с 800 со всеми остальными, кто живет на этой земле, сколько там миллиардов человек. И вот если вы сравните вашу удачу с другим населением, то вы, несомненно, более удачливы, но все равно
не каждый может осознать свою удачу. Есть очень удачливые люди, которые слушали и поняли харикатху от Шрилы Гоу-Говинды Махараджа, например, приехали в Индию, чтобы совершать баджан, чтобы узнать больше о том, как нужно совершать баджан. Шрила Гоу-Говинда Махарадж, он приходил к моему Гурудеву, он говорил достойную сиддханту. И таким образом, если вы посмотрите на все население Земли, то увидите, что вы одни из самых удачливых. И вы пришли сюда, и вы можете осознать, понять славу лотосных стоп. Гуранги — это не шутки. Какой прекрасный титул у него, Шукадев Госвами. Он так много титулов упоминает, этого Судама Випры, это Вайшнава Пратиштха, необычная Пратиштха. Его Шукадев Госвами выражает такое почтение, называет его Браманом, потом не просто брахмана, а не просто брахмана, а наилучший из лучших брахманов. Брахма-виттамаха. Брахма. И в то же самое время он не заинтересован ни в каких материальных наслаждениях. И здесь говорится об этом. Индриартеша значит все ваши органы чувств. Они ожидают какого-то наслаждения. Они все ожидают соответствующего наслаждения для себя. Но этот Судама Випра, он здесь все же имя Судама Випра до сих пор еще не пришло. И вот имя Судама Випра еще не пришло. И вот Шукадев Госвами, он хочет украсить трансцендентные харикатхой, лотосные стопы Судама Випры. Я имею в виду, Шукадев Госвами в начале всего хочет украсить его лотосные стопы различными титулами Вайшнава Пратиштхи, и потом только произносит его имя, как кто-то украшает себя всякими украшениями и прочим. И вот как Шукадев Госвами, он украшает различными титулами великого преданного друга Кришны Судама Випру. И вот вначале он говорит, что он друг Кришны. Это его первый титул, второй титул. Он Браман. Третий титул, он Брахма Виттама. Он лучший из знающих. Тот, у кого есть полное представление о Брахме. Брахма значит лотосные стопы Кришны, Брахмавид значит Кришна. Не какие-то безличные майявади. Понимаете, о чем я говорю? И вот первый титул, то, что его друг, второй титул Браман, третий титул лучший из знающих, чего знающих Брахма. Четвертый титул, он не заинтересован в никаких материальных наслаждениях.
он не заинтересован у нас во всех наслаждениях, которые возможны с помощью органов чувств. Это четвертый и пятый титул прасанатма. Это значит, что его сердце, оно умиротворено, оно спокойно, его сердце, оно умиротворено, прасанатма. И когда мы прасанатма, Кришна Бхакта, Нишкама Тевшанта, в читании Читамрите говорятся такие слова. И вот Кришна Бхакта, его сердце умиротворено и не имеет посторонних желаний, поэтому из-за отсутствия материальных желаний, из-за того, что сердце не осквернено этими желаниями, то оно умиротворено. И когда камана-васана есть, то различные виды желаний, то люди, обуеваемые этими желаниями, куда-то туда или сюда стремятся. И поэтому, а если у преданных нет таких посторонних желаний, то они, соответственно, умиротворены и не бегают туда и сюда, непонятно зачем. И вот здесь говорится особый термин. Прашанатма очень умиротворено. Про и шанта. На санскрите, если разделить, то про значит пракришта, великолепное. Про плюс шанта, шанта значит не просто умиротворен, а такой умиротворен в высшей степени. Его сердце очень спокойно, и шестой титул джитендрия. Джитендрия значит, он контролирует свои органы чувств. Джитендрия. Так много титулов. И кто говорит? И вот Шукадев Госвами, лучший из Парамахамс, он украсил лотосные стопы Судама Випра с различными такими прекрасными титулами. Вы должны помнить и не забывать. Мы должны прославлять Шрилу Прабхупаду и никогда не критиковать его. Те, кто критикует, они никогда не достигнут успеха. Я очень недоволен, когда вижу, что кто-то деградирует. Я не критикую кого-то, а говорю такое об общей ситуации. Это мое служение, я получаю вдохновение от Шрилы Прабхупады говорить, чтобы пытаться исправить ситуацию. Поскольку если я не буду говорить о негативном, то есть можно попасться в эти ловушки. Поэтому мы должны иметь представление как о позитивном, так и негативном. Поскольку когда если встретитесь с чем-то негативным в своей жизни, то не будете знать, что делать с этим. Поэтому те, кто татвагьяни, они должны иметь как позитивные, так и негативное знание, чтобы избегать всех негативных вещей. Понимаете, о чем я говорю? И вот день и ночь, если у вас есть опыт эти дня и ночи, тогда вы можете прославить день. А если у вас нет представления о ночи, о тьме, то как вы можете прославить день, если вы не видели противоположного? И вот позитивное и негативное. Все это должно быть. И если вы что-то знаете, то и противоположное тоже должны знать или иметь представление об этом. И вот иногда я говорю о негативных вещах, чтобы предостеречь вас, чтобы помочь
вам увеличить ваше сознание. Будьте осторожны, не гневайтесь на меня. Кто-то должен указать на негативные вещи. Не забывайте об этом. Кто-то должен указать на них. Кто может сделать это? Если Шрила Прабхупада не указал бы, то или Шрила Кеша Госвами Махарадж, или Шанта Госвами Махарадж, они бы не говорили так строго, то как Шанта Госвами Махарадж бил своих учеников этими деревянными тапками, если они делали что-то не так, но это зовется любовь. А говорить только сладкие слова — это не настоящая любовь. Я могу доказать это в соответствии с шастрами. И вот даже с нити шастры, обычные такие мирские шастры, там тоже есть такие слова, что отец должен то есть родители даже должны контролировать своих детей, учителя своих учеников, Гурудев должен контролировать своих тоже своих учеников, то есть иначе что это за гуру, которые ученики которого делают, что попало. То есть Махарадж просит, чтобы к нему только зрелые люди приходили, зрелые преданные, и которые разбираются, что такое позитивное, что такое негативное. И вот Туласидас Нахиди говорил такие слова. Махарадж говорил несколько раз об этом прежде, но не все помнят. И вот на хинди. И вот Тулсидас говорит, который написал Рамайну. Рамайна значит из Садгуру Мили, когда вы встретитесь Садгуру, Садгуру, несомненно, покажет вам, что такое татвасту, истина, что такое асад, что такое невежество, ложь. И вот Тулсидас говорит, когда вы встретитесь Садгуру, Садгуру даст вам даст вам возможность, он даст вам видение, способность отличать вечное от невечного, позитивное от негативного. Он покажет вам, что есть подлинное, а что ложное. Это обязанность гуру или нет? Кто может, кто должен это делать? Гуру это должен делать или нет? Да, гуру это обязанность гуру. Это обязанность гуру, кто еще должен это делать, это зовется любовь гуру к нам. Гурудев, он не играет какие-то игры с учениками. У меня вот там 60 тысяч учеников, но что толку? И вот можно видеть какие-то ачарьи с кучей учеников. Не могут дать благо никому из этих учеников, а просто занимаются увеличением их количества. Что толку от этого, если качество не увеличивается, а то и часто деградирует. И как такой гуру может помочь кому-то, если сам деградирует? И вот Туласидас говорит, встретившись с садгуру, он даст вам знание о том, как отличить вечное от невечного. И он даст вам трансцендентное знание. Он предостережет нас, что такое подлинная истина, а что нет, и потом будет говорить о Бхагават-татве.
И вот как-то у вас будет настроение служения, тогда Гурудев вам отдаст Таттва-гьяна. Таттва-гьяна Пранипатина в Бхагавад-гите такой стих есть. Те, кто таттва-вид пуруш, они могут дать вам знания, но если у вас есть куда вместить это знание, вы должны быть достойны емкостью для знания. Махарадж приводит пример с горшком. Если кто-то хочет набрать амриты в какой-то горшок, в какую-то емкость, если ваша емкость дырявая, то вы можете получить эту амриту, но она разольется через дырки в этом горшке. И вот чернота угля, она уходит, когда уголь загорается в огне. Уголь сам по себе, он не сияет, а просто черный. Все знают, что уголь, он черный. Кто будет спорить с этим? Но почему этот уголь становится цветом, похожим на расплавленное золото? Тогда, когда уголь оказывается в огне, он загорается и обретает такие же качества, как и огонь, и такой же цвет. И такой же пример Туласидас приводит. И вот мы должны спрашивать у Гурудева достойные вопросы. Мы должны иметь склонность к служению Гурудеву, и тогда Гурудев покажет нам, что такое баджан. Он сдаст нам таттва-вигьяну, и тогда вы осознаете всю таттва-вигьяну, поскольку Гурудев может благословить вас, дать вам таттва-вигьяну, как в Четырехшлоке Бхагаватам говорится. Каково мое лила, мое настроение, все можно осознать. Четырехшлоке Бхагаватам. Бхагаван Шри Кришна говорит Брахме Джаванам, каковы мои желания, какова моя лила, все вы можете осознать, если вы обретете милость. Вот в Четырехшлоке Бхагаватам говорится. Моя красота, мои лилы, мое богатство, все вы можете узнать, если я дарую милость вам. Без этого с помощью своих собственных попыток вы никогда не сможете достичь чего-то существенного. И вот здесь говорится, что говорится. В Четырехшлоке Бхагаватам говорится. И вот это вигьяна, практическое знание, вы можете развить внутри вашего сердца не с помощью своих усилий, а с помощью милости Господа. И вот здесь говорится так. Вы можете развить всю тату вигьяну в вашем сердце с помощью моей милости. И вот Туласидас говорит. Когда огонь, он входит. Огонь, когда этот, точнее, когда этот уголь загорается, он становится таким же цветом, как и огонь. И такие же качества обретает. И также, когда вы слушаете Харикатху,
я одобряю это, когда я увижу, когда вы по-настоящему слушаете Харикатху, приняли ее и говорите другим, то вы также обретаете такие же качества, как уголь, который находится в огне. Когда вы будете слушать, понимать и говорить другим, не надо привязываться к какой-то определенной организации. У вас не должно быть никаких сектантских интересов. Почему вы привязаны к каким-то обществам? Мы с вайшнавского общества, кто-то с другого, кто-то с третьего. Почему все так привязаны? У нас не должно быть... Мы не политики, чтобы быть привязаны к той или иной партии. Мы садо. Почему мы должны быть? У нас должно быть сознание организации, неважно, с какого вы общества принадлежали или принадлежите. Я не заинтересован в этом. Я заинтересован в Шриле Бхактисиддханте Сарасвати. Находитесь ли вы в его преемственности и следуете ли его учению? Это главное. Это единственное, в чем я заинтересован, чтобы вы находились в линии учения Сарасвати Гауди Сампрадая. Иначе кто думает, кому какое дело до вас? И вот если Харикатха войдет в ваше сердце, и тогда, и только тогда, если сможете переварить, осознать, вы должны совершать баджан совершенным образом, чтобы помнить все. Если вы не помните, то это не решение. Вы должны помнить. И вот кто-то должен говорить также о каких-то негативных вещах. И поэтому, чтобы понять позитивное, нужно также понять негативное. Если мы негативное не понимаем, то тогда, значит, наше основание нестабильно. Если у нас нет опыта в негативном, то, значит, мы нестабильны, наше положение нестабильно, и у нас есть вероятность пасть. Кришна сваши хиды шаха касчит, брахману брахмавиттамаха, виракто индия артешу, прашаньятма джитендрия. Дислока. И вот эта шлока. Мы должны понять значение этой шлоки. Пытайтесь понять и осознать, и завтра я начну с новой шлоки. Что вы слышали сегодня, вы не должны забывать никогда. И это мои пранами. Что такое пранами? Если вы будете помнить мое учение и не забывать, вот это лучшее пранами, что вы можете дать мне. Что вы слушаете, вы не должны забывать. Помнить, слушать снова и снова. Есть один преданный, он слушает Харикатху много раз, или раз 40. Если вы слушаете и осознаете, примите мое учение в своей жизни, это лучше. Кришна шаши хиты сакха касчит, брахмано брахмавиттамаха, виракто индия артешу, прашаньятма джитендрияха. Фоло. Ванчакалпадрусаке басиндабхавача патитанам паванабхо вайшнавабхьо нама. Нидрая хриате нактам вявайена ча бхавайо дива ча артихая раджан кутумба бхаранена ва. Ванчакалпадрусаке басиндабхавача патитанам паванабхо вайшнавабхьо нама. I am giving reply to all your doubts. I am giving reply to all your doubts so that you cannot have any doubt. If you hear clearly, you can give all answer.
Any question? Try to do bhajan, rest of your life. Speak, speak out quickly, quickly, I have no time. И вот Бхарати Махарадж отвечал на этот вопрос, как видеть негативное и не критиковать. В чем разница? И вот Бхарати Махарадж говорит, что такое правда. Если какой-то саду из-за своего ачаруна, он хочет исправить ситуацию с любовью, то это не критика. А если кто-то говорит какую-то ложь о Шриле Прабхупаде, то это критика, чтобы исправить ситуацию, когда какой-то саду он говорит, что вот это неправильно происходит, это не критика. А если кто-то просто оскорбляет других, это критика. И если кто-то также из зависти, чтобы оскорбить кого-то, говорит всякую ересь, то это зовется критика. Бхактивиньян Бхарати Махарадж говорил об этом. But I am very sorry, we are going to lose Bharti Maharaj. Bharti Maharaj is no more with us, but I think, I see, Bharti Maharaj is there with me. I feel, he is in my head. He blessed me. Speak, speak. I never say they are my godbrother. Never. Bhaman Goswami Maharaj, Tirtha Goswami Maharaj, Bhati Goswami, I never say they are my godbrother. Never, even single harikatha you can find. And never. They are my guru. They teach me. I am infinitely pure. I am grateful to Bharti Maharaj, Tirtha Maharaj. They teach me. They teach me how to do, how to. I learned so many things. How I can forget them? How I have no separate society. Same society as said by Bhakti Siddhanta. Same.